поясница. Нормально. Сейчас еще на свечи несло. Все нормально, да? С малыми грузами, если сможете, дальше пойдем, дальше. Ох, Вик, ты висишь. А сколько сейчас вес? Сто. И голова. Так, не расслабиться? Не, сейчас включаемся. Голова вниз. Как на мостике. Еще. Вот, да. Хорошо. И расслабляемся. А теперь голову можно сюда. И сверху тянуть носки, колени прямо стянуться. Вот, так. И еще раз. Через. Голова вниз, таз вверх. Сейчас так, пропик. Вот, да. Ага, на себя. Подтянуть колени с носками, носочки тоже можно на себя. Носочки вот там собраться. И еще раз. И таз вверх. И на себя подтянуть. Вот. Хорошо. Расслабляемся. Ну, все в порядке, не устали? Да. И вот так, оп. Да, подтянули. Так самой? Да. Бок тянется? Да, да. Мышка, ребра, да. Да, да, да. И вставим. Сейчас еще два упражнения и заканчиваем. Закручиваем. Прям вот крутим бедро. Вот. Хорошо. Как подмышки? Устали? Нет. Давайте еще. Закручиваемся. И к себе подтянуть колени. Вот сколько сможете. Чтобы колени или? Можете с руками. Да, не расслабились. И аналогично. Закрутились. Подтянули сбоку. Вот. Расслабились. И выше. Вик, ты уже 360. Перекрутило. Или пока непонятно. Мне тяжело было так. А у меня руки нормальные, я как бы сильные. Еще раз, Аня, остановимся быстро. Вот.
головных в блоке было. Все сильные. Как? Если голову? Да, вот опустил, боли. А если поднимет, то не болит, да? Или так, нет. Вот так вот все сильно. Угу. Может, даже где-то в шее. Не усиливается? Нет. Ну, когда вот я думаю, что я не болит, когда поднимаю. А-а-а. Вик, ты летишь. Когда назад не надо, я пойду попробовать просто к себе подтянуться. Так. А ручки тогда не попадают. Вот. Ага. И еще раз. И голову вниз. Ага. И еще раз. Вот так. Все, расслабляемся. Вот так, да, не больно? Нет. К боли привыкла, Вик. Да, везде. О. Вика, это так страшно. О, тебе, видишь, он еще. Вот это не будешь делать. Вика, это так страшно. О, видишь, как у тебя железку подвесили. Чтоб тебе не было страшно. И к рукам такую же, Вик. Ну все, тогда уже не страшно. Получается, симметрично она, да? Вика, ценит. Это так связано. У него такого не было. Вика, это так связано. Вы будете это делать? Мы не стали скручиваться. Мы сейчас вас так поскручиваем. О, Алина, отойди оттуда лучше. А то ее сейчас поскручивают. Папа, садись. Сейчас, подожди. Ничего себе, 200 килограмм повесили. Папа, садись. Папа, садись. Вот сюда. Ух. На все. Папа, садись. Полетело.
Вик, ну в этот раз ты полетела. Посадить. Сейчас, подожди, потише. Просто расслабиться, пусть все так, что сейчас она начнет. Вика, представь, что ты делаешь с твоим кольцом. Где тянется? Как звезда. На другую сторону. А какой высоты? Сейчас, подожди, посмотрим. Поясница, да? Ты сама умеешь крутиться, что? А не, она не закручивается. Видишь, как? Ты что, карусель? Карусель, конечно, она вот из серьезного тренажера сделала карусель. Это как гимнастика. Это гимнастика называется. Хорошо. Папа, садись. Ты что, ты папочка?